Сотрудники региональных отрядов ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха» совместно с другими бойцами спецназа и военнослужащими воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии провели под Санкт-Петербургом боевые стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Росгвардейцы отработали навыки стрельбы из различных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-80. Сотрудники отряда ОМОН, СОБР и военнослужащие вели огонь и его корректировку с учетом особенностей местности, тактической обстановки, в том числе в условиях ограниченной видимости и из различных положений.